Сейчас, короче, начнется магаданская суета. Общество магаданского сообщества. Толя, у него он открылся, Толя, он многогранен. Он такой, Толя, своего рода такой талантоход. Он и рэп. Да, чем такое можно вообще? Толян, тебе бэкстейджи надо? Ну там в рилсы, в шорты засунешь. Давай, погнал в будку. Передай Игорьку привет, пока. Меня заперли в какой-то будке. Толян настраивается там. Толян вообще магаданский рэп, если вы не знали. То, что проще всего тянуть. Проще всего тянуть всегда гласные буквы. Толян просто, чтобы, ну, кто не знал, Толян магаданский рейдер. Он рейдер с Магадана. Толя, рэп, что за будет? Ты слышала первый поэт, который про Магадан написал? Это чернокнижный был. Так, Паша там сейчас делает магию. Сейчас она будет. Пал. Помогут. Наебал. Раздавят. Видите? Смотри, вопрос. Какую из строчек ты могла бы... Или смотри, короче, есть твоя роль здесь. Надо ее исполнить. Вот. Зуб тигра. Давайте мы саунд-продюсера послушаем, как надо сделать. Я сначала сделаю... Настоящие предприниматели работают ртом. Давай пробовать тогда вот этот, как ты показал первый раз. Она сейчас это сделает, и мы посмотрим, от этого будем отталкиваться. Надо, я предложу смотреть тебе вот эту. Короче, начался тут магаданский движ. Что будет петь? Что просит Магадан, то и пой. У нас здесь магаданская движуха. Магадана? Нет. Но встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Сейчас, короче, начнется магаданская суета. Будет делаться магаданская музыка для магаданцев. Магадан. Зарвем этот людей, YouTube, крепких и здравых. Упал. Помогут. Наебал. Раздавят. Видите, сейчас будет движ. Вань, ну что, ну да, так что у нас, короче, начался тут магаданский движ. Сейчас Магадан. Это вот этот трек? Да. Вообще. То ли сейчас начнется... Это вообще рэпер. Только рэпер? Сейчас это будет, короче. Вот он момент. Толя, давай. Да, Вань. Давай. Подожди. Тут видишь? Вот. Зуб тигра. Коготь льва. Все. Уже закрылся. Подожди, по тебя сейчас микрофон подставит. Пас, мне кажется, он на замок там закрылся. Толя, выходи. Мы его откроем. Толян, тебе бэкстейджи надо? Ну там в рилсы, в шорты засунешь. Нормально? В шорты, а не в шорты. У нас здесь магаданская движуха. Вань, ты из Магадана? Нет. Ты вот не хоть. Ну убери, кнопочку нажми. Да хрен, это все, это теперь останется назад. Какой, а? Просто вот. Он хочет Магадан. Душа у меня там. Он, душа, я его душа там уже. Эти. Типа... Игорёк его забивал. Да, с Магадана. Чё там? У него душа Магадан. Вот. Он, у него, скорее всего, кто-то переселился в него. Ты слышала первый поэт, который про Магадан написал? Это чернокнижный был. Молчи. Толя, я с детства пишу про Магадан. Короче, давай, я беру эту строки. Давай, погнал в будку. Толян, давай. Смотри, вопрос. Какую из строчек ты могла бы... Или смотри, короче, есть твоя роль здесь. Надо ее исполнить. Либо припев, либо куплет, либо я вообще предлагаю сделать следующее. Сделать перманентную строчку, которая будет постоянно повторяться твоим голосом. Угу. Какую? Или устраивает ли такой тебя вариант вообще в этом треке, например? Я просто в этом треке не видела... Ну, вот, по крайней мере, когда ты присылал пробные записи. Угу. Не уловила, где там может быть женский голос. Только вот там же на заднем... Давай пробовать тогда вот этот, как ты показал первый раз. Она сейчас это сделает, и мы посмотрим, от этого будем отталкиваться. Я предложу смотреть тебе вот эту. Обрести дом, но на берегу ли ты том? Угу. Как это должно звучать? Ответить. Ну, вот это слышь? Вот все? Ну вот, обрести дом, но на берегу ли ты том? Обрести дом, но на берегу ли ты том? Или, может быть, вот эту. Не тянуть за уши, да и не надо уже. Не тянуть за уши, да и не надо уже. Прикольно, не, эта строчка. Я бы советовал, короче, давай ты. Взять за основу то, что проще всего... Айсбергом назови его, может быть. То, что проще всего тянуть. Проще всего тянуть всегда гласные буквы. И пока прям самое клевое, что я вижу, это фраза «не теряя близких безвозвратно». Потому что как будто бы ее можно чуть-чуть. Еще внутри все... Все внутри содрогает, тоже неплохая вроде. Пашка просто поет, у него голосище, поэтому... Фраза.
Вроде, мне кажется, да, вот эти вот две вещи можно вполне себя очень даже. Просто очень вот это обрести дом, но на берегу ли ты том. Ну, это больше, очень, да, мужским. Это грубее. это очень, во-первых, да, да, это очень читается. Во-вторых, это хрен споешь вообще. Ну, представляешь, как это можно на гитару положить? Очень трудно будет по любасу. Надо, чем меньше слов, короче, тем лучше. Это вот, это я тебе 100% всегда говорю. Там такие аккорды. Так, ну как, магаданское сообщество? Общество магаданского сообщества. Да, все в порядке. Все. Так. Все замечательно. Короче, Толян прочитал рэп, а сейчас я дальше буду читать. Сейчас буду читать рэп. Что это? Ну, значит... Что такое два голоса? Я не понимаю вообще, о чем мы здесь делаем. Два голоса. В одно место. Это типа два рта в один микрофон. Так, короче, ладно. На берег мой дом, на берег мой дом. Скром в половине души. Не оттянуть за уши, да и не надо уже. Короче, Ребзя, сейчас Толян рэпа бахнет. Так, беру кулинарию. Для вас, для всех, рыбча и весна. Ласкали падики и помогли радики. Потом на праздники знать бы нам, что встанем на ноги, что сумеем сберечь, сохранить, пронести. Толян просто, чтобы, ну, кто не знал, Толян – магаданский рэпер. Он рэпер с Магадана. Вот. Просто пока об этом мало кто знает, но после этого трека все, ну, поймут, что Толян рэпер с Магадан. Все просто. Так, у нас, короче, здесь движуха. Настя готовится. Настя готовится, а не снимает. Вот, Настя готовится. Вот так она готовится. Толян там в будке. Ой, Магадан, что готовим? Что готовим? Все, господи. Что просит Магадан, то и пой. Для них все, для родных. Для близких безвозвратных. Так, ну что, ребятки, выпуск выйдет скоро. Толян настраивается, там Толян вообще магаданский рэпер, если вы не знали. Вместе тоже. Магаданский рэпер. Просто айсбергом назови его. А то, как простые люди с тех берегов. На землю с облаков. Твой ли будь таков? Твой ли будь таков? Суров и прост. Как простые люди с тех берегов. Забываешься. Знаешь, на что похоже? Испаряешься. Настоящие предприниматели работают ртом. Вот. 5 баллов. Передай Игорьку привет. Пока. Игорят, меня заперли в какой-то будке. Я не понимаю, что происходит. Спасай. И заставляют работать ртом. Там у Паши на хате. Так, Паша там сейчас делает магию. Сейчас она будет. Там, Паш, слушайте, такое Магадан. Магадан музыку, брат, сделал. Музыку сделал, как она. Это знаешь, вот как... О, и тут чувствуется и лето, и зима, и весна, и айсберги, осень, да, и айсберги. Я думаю, что все. Проще всего что-то придумать уже, ну, по ходу, скажем так, да? Сейчас... Настя точнее определяется, что она будет петь. Неплохая позиция. Как это будет выглядеть вот там? Я не понимала всю картину. Настя, наоборот, работает. Сначала спеть надо. Я понимаю. Мы так не поймем. Сначала надо спеть, а потом мы спеть. Потом внутри содрогает, да? Вот это же. Давай, да, наверное, ее, да. А как ты хочешь? Ты ее хочешь нежно или с надрывом? Все внутри содрогает. Нет? Что-то типа. Ты интересненько. Хорошо, я бы, ну, под ноту не попадешь ты с таким, наверное, но. Я бы все просто. Я бы просто прям. Знаешь, как может быть все внутри содрогает? Все внутри содрогает. Это же надо пропеть, не Нет, про именно вот, ну, все внутри содрогает. Ну, типа, давайте мы это саунд-продюсера послушаем, как надо сделать. Я бы сделал на надрыве. Это тогда было бы более. На надрыве это как?
Ну куда-нибудь высоко. Вверх. Все внутри содрогает, типа, или как? Да, ты, ну типа. Ну-ка, Настя, попробуй ты. Вот это, о, ну это в твоем стиле пошла бы жара, короче, пошла. Он не может остановиться, чуваку нужна помощь. Он съел там. Сможешь так, выкинешь? Мне это надо понять. Тональность, да. Тональность 3 минор. Тональность хорошо. Высокая, короче. Вот я говорю. Да, что такое можно? Нет, это уже это круто. Это слова. А я тебе предлагаю еще буквы потянуть. Блин, интересно получилось. И вот сверху, и потом вниз вот так, как ты опустила еще. Не спрашивай. Короче, мы сейчас будем пилить второй тречок. Второй. И, собственно, сейчас мы будем пилить второй. Короче, смотрите, какой момент. У нас, мы пишем сразу два. У нас два трека. Кто не знал, то ли одному мало, а он говорит, давай два. Начали два делать. Короче, в итоге Толины стихи, мои стихи. Мы у друг друга на фитах здесь получаемся. И получается, у нас две работы под одну из них будет клип. Давай еще, вот, наверное, парочку. Клип, клип, клип. Вот, вы ей хорошо. Ну что, Настя, как тебе понравилось твои две строчки петь? Класс. Ладно, там больше, на там самом больше. Деле. Больше. Вы когда услышите вы попозже. И Настя там круто спела. А Толя, у него, он открылся, Толя, он многогранен. Он такой, Толя, своего рода такой талантоход. Он и рэп дал, и стихи дал, и дал, все, что дает магаданская земля, которая взрастила героев. Силу. Вот, поэтому скоро будет нормальный матч.